Судя по всему, Бэтмен столкнется с большими проблемами, когда Темный рыцарь вернется на экраны. В свежем отчете We Got This Covered предполагается, что версия детектива в плаще Роберта Паттинсона встретится как минимум с 6 злодеями в первом же сольном фильме: Пингвин, Загадочник, Женщина-кошка, Двуликий, Светлячок и Безумный шляпник. Ранее тоже издание сообщало о том, что обсуждались роли Загадочника, Пингвина, Женщина-кошки, Двуликого, Пугала и Бэйна, и потенциально все шестеро могли появиться одновременно. Однако, согласно более свежему отчету, последние два противника были заменены на более неясных персонажей. Прежде чем мы продолжим, давайте отметим, что многое может измениться за кулисами на этапе разработки любого фильма, особенно что касается этого. Ни о чем нельзя говорить наверняка, пока это не будет подтверждено, и любые слухи на данном этапе стоит воспринимать с определенной долей скептицизма. Из двух новых дополнений к галерее потенциальных злодеев фильма, Светлячок кажется наиболее подходящим для нуарного стиля, на который рассчитывает сценарист и режиссер Мэтт Ривз. Впервые этот персонаж появился в далеком 52-м году в детективных комиксах номер 184. Гарфилд Линс, эксперт в области пиротехники, работал в киноиндустрии, но оказался на мели, когда ушел с этой работы. Как и многие обездоленные граждане Готэма, он вскоре вкусил преступной жизни и привлек внимание Бэтмена и Робина, которые схватили его во время попытки ограбления. В более поздних историях Линс отомстил им актами поджога и вскоре сделал это своей фишкой. Он всегда был в поисках все более и более крупных целей и в конечном итоге поджег химический завод, где загорелся сам. Он пережил пожар, но получил колоссальные ожоги. Понятно, что Линс продолжил заниматься своим вредным делом, создав себе специальный огнеупорный костюм и кучу нового оружия, прежде чем принять облик суперзлодея-светлячка. Согласно отчету We Got This Covered, в раннем производственном документе указывается, что его история происхождения, возможно, будет пересмотрена. Он будет человеком в возрасте 20 лет, который вырос сиротой и приступил к пламенной деятельности против привилегированных людей Готэма. И это может быть интересной параллелью с собственной предысторией Бэтмена. История Безумного шляпника начинается еще раньше во вселенной комиксов DC. Впервые он появился в Бэтмене номер 49-48 года. Сначала Джервис Тёрч изображался как обычный преступник с необычной привязанностью к своему однофамильцу, но позже в нем открыли высокую степень мастерства в электротехнике, что помогает ему создавать фирменные устройства — шляпы, контролирующие сознание. Что касается других злодеев, которые по слухам появятся в Бэтмене, то любой из них — интригующий выбор, если их правильно раскроют. Пингвин и Загадочник — два культовых злодея, чьи предыдущие появления на большом экране были скорее комедийными, и пускай Двуликий, безусловно, потрясающе был сыгран Аароном Экхартом в «Темном рыцаре», многие фанаты посчитали, что персонажу дали слишком мало экранного времени. Что касается Женщины-кошки, на той, кто сыграет ее роль, будет лежать колоссальная ответственность. Однако, как бы круто это ни звучало на данном этапе, не стоит забывать, что подтверждения все еще нет, и персонажей могут заменить на других или вовсе сократить количество злодеев. В конце концов, нагружать первый же фильм сразу 6 злодеями — чрезвычайно амбициозная идея, ибо фильмы уже страдали от перенаселения злодеями. Какой бы курс ни выбрал Ривз, фанаты пока что должны надеяться на его талант и верить, что режиссер сможет снять такого Бэтмена, которого мы ждем давно. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про фильмы по комиксам, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.